Молодой человек, давайте вызовем милицию и вас привлечем к уголовной ответственности. Вы понимаете, что пить нельзя за рулем? Второй раз как уголовный, а первый-то нет, просто прав лишит. Вот. Нельзя. А если бы ребенок в машине сидел, вы представляете, сколько бы вы вообще трагедий могли совершить, а? Конечно. Что, конечно? Вызывайте милицию. Вам за свою жизнь не страшно вообще, а? Да, у меня ребенок тоже в машине. Тогда как вы вообще могли? Жена еще звонит. Да вы пьяный, какой с похмелья? Да, с похмелья еду. Вот реально, с похмелья еду. Да херово, сердце останавливается. Тогда зачем вы за руль-то сели? Зачем за руль сели? Останавливается мотор. Тогда зачем за руль сели? Такси не можете взять. 200 рублей такси стоит. Зачем за руль садиться? 4 косаря. С Вислы ехать. 4 штуки. Да, понял. Нет. Я понял. Отойдите, пожалуйста, вас, не дай бог, собьют еще, а? Первый раз. Ну тогда что, 30? Так зачем вы вообще сели? Я отмазываюсь даже. Сам знаю, что ублюдок, блядь, в рот. Ехал потихоньку и, это, блядь, чуть не уснул. Это вас не он, да? Нет, я тебя чуть не ушатал. Я тебя чуть не ушатал. Нет, вы на встречку вылетели. На встречку ко мне. Вот.